Какой великолепный вот этот салатовый цвет вообще. Он как, даже не как салатовый, а как очень-очень молодая трава. Красивые тоже серьги эти. 75. Смотрите, это такие малышки. Это малышка. А ну-ка, давайте посмотрим больше. Посмотрите. Это украшение для дома, посмотрите. Боже мой. Я не понимаю, что это, правда. Да, произведение искусства. Два аиста. Смотрите, это цветы. Вот цены на них. Это елочная игрушка. Красивая. И вот. Вот почему-то розовые вот эти, они не красные, а винные. Винного цвета. Вот даже вот точно такого, как на камере. Посмотрите, какие красивые. О, боже мой. Какая прелесть. Это заколки, наверное. Может быть, это заколки для волос? Нет, какие заколки для волос? Я сразу фантазирую что-то. То, что связано с фэшеном таким. Это то, что вот ставится в такую вазочку, видите? И получается такое украшение. А смотрите сюда. Какой попугай! Вот это да! Большой мальчик. Сколько он у нас стоит? 630. Тут бабочка. Видите, снова украшение. Птички красивые. И вот эти очень-очень красивые. У них очень красивый цвет. Такой же, как в реале. Передается на камере четко. Так, теперь смотрите. Боже мой, вот это да. И знаете, они огромные. Поэтому и цена. Видите, 1200. Цена вот на эти уже подороже. Красивая. Боже мой, какая красота. Пеликан. Маленькие. 175. Так, смотрим теперь здесь.
Браслет, подвеска. О, вот. Оф. Наука. 119, если покупать вместе с этой маленькой. Ну как, она не маленькая. Мой ноготь. Половина. Ага, я поняла. Здесь, видите, мы видели с той стороны такую же, только голубую. Хорошую, красивую. Это браслеты. Подвески. Какие перстни. Так, я вам покажу. Вот они вот такого размера. Вот. Их настоящий размер. Какие красивые. 250 и побольше 330. О, да. Здесь есть где разгуляться. А что это вот такое? Так, вот это мне интересно. Потом спрошу. Посмотрите, какое кольцо красивое. 135. А какие серьги вот эти. Красивые зеленые на золотом фоне. 115. Кстати, мне дорого так прям уж. Боже мой, посмотрите. Посмотрите, какой перстень. 230. Вот это да. Так, это у нас серьги. Красивые вот эти звезды. Подвеска. Цена, вот, пожалуйста. Все есть. А вот браслет, помните, мы этот видели? Вот эту звезду. И вот есть подвеска. Звезда и такие маленькие сережки. Это браслеты. Такие цены. Что я вошла, и сразу людей много здесь появилось. 155. Да. А, здесь красивые перстни. Да, все здесь красиво, все. Смотрите, это браслеты, это подвески вот такие, вот это очень миленькое, там, наверное, две серьги такие, которые короткие. Смотрите, как красиво смотрятся эти серьги. Бесподобно. И вот цена. Они все одиночные. Звезды. Ой, так. Это браслеты. Что здесь не нужно никаких слов, правда же? 195. Какой красивый.
красивые, с их логотипом 175. И вот с их логотипом серьги очень красивые. А ну-ка давайте глянем, сколько они стоят. Ну вот так они стоят. Так, а ну-ка сфотографируем. Вот это перстень, который мы видели, но они опять же в желтом цвете. А мы видели в голубом. Вот такое ожерелье. И такое. И вот цены. Серьги. Ну, такие, ничего себе. Там были получше. Поинтереснее. Вот эти красивые. Смотрите, какой красивый цвет. Я приближу. Они вот такого размера. И смотрите, внутри такое лиловый камень. Нежно-лиловый, очень красивый набор. Это все отдельно можно купить. Видите, перстень, серьги, браслет. Вот цены. Цены. Красивые эти подвески. А что некрасивое? Вот я не видела ничего такого, чтобы было некрасиво. Вы знаете, посмотрите, это заколки. Так, а ну-ка, сколько они стоят? 135. А что так дорого? Вот. А, это все вместе 135. И здесь 3. Видите, их 3. Сет. Сет 135. Поделить на 135. Поделить так, чтобы узнать, сколько стоит одна. Видите, какое красивое. О,